Вместо денег в качестве вещдоков хранить теперь будут только фотографии купюр. Президент страны внес поправки в Уголовный кодекс. Они предусматривают новый порядок передачи на хранение вещественных доказательств. Смысл таков: улики полицейские отныне будут фотографировать или снимать на видео, а затем возвращать законному владельцу. Удобно и просто, уверяют правоохранители. Ведь, по сути, самым большим неудобством для пострадавших от экономических преступлений является заморозка собственных денег, которые проходят по делу. Все финансовые средства изымаются как улики и хранятся на протяжении всего расследования, которое нередко затягивается на годы. С той же самой проблемой сталкиваются потерпевшие, проходящие по уголовным делам о мошенничестве. Кстати, упрощается теперь и волокита с громоздкими уликами, которые не могут храниться при уголовном деле. Они теперь также будут фотографироваться, а затем опечатываться и передаваться на хранение. В большинстве случаев такие вещдоки хранятся у самих владельцев товара. Им лишь запрещено его продавать до судебного приговора по делу. К материалам же уголовного дела теперь будет приобщен только их образец, достаточный для сравнительного исследования. Еще одной инновацией подписанного президентом закона является то, что собственник вещдоков теперь сможет участвовать в судебном разбирательстве, где решается вопрос об их реализации или уничтожении.